Блин, а как-нибудь можно сделать, чтобы пауки за тобой шли? Наверное, нет. Если только его ударить, но это нет, это не есть хорошо. Он же меня бить начнет. Так что, паук, давай, нет, стоп, иди сюда. Нет, блин, не ходи здесь. О, да-да-да-да-да, иди туда, иди. Молодец. Стой. Давайте срубим это дерево, оно мне мешает. Я хочу тебя приручить. Нет, стой, паук, пожалуйста, нет. А, ну, в принципе, да, иди туда, там вроде как пустое место, я тебя смогу приручить. Так. Тут вроде железа никакого нет. Хорошо, на всякий случай учту. Так, где ты? Паук, ты только что здесь был. А, вон он, паук. Нет, да, нет. Иди сюда. Я хочу тебя приручить. Блин, тут деревья, очень много деревьев. Я сначала жаловался, то, что их нету, а теперь понял, что их тут дофига. О, боже мой. Так, все. Нет. Стой. Блин, тебя сейчас назад придется толкать. Ась. Черт. Сейчас все деревья попорчу из-за тебя, паук. Надеюсь, ты потом не исчезнешь. Ой, нет. Черт, кажись, его надо как-то закрывать, чтобы он не уходил назад. О, боже мой, ну что ты такой тупой? Надеюсь, ночь не скоро. Нет, только восход. Боже. О, может, его удочкой как-нибудь? Черт, у меня же удочки нет. Ну ладно. Тогда мы поступим так. Сейчас мы выломаем здесь вот такое вот окошечко. А, черт, здесь же верстак. Так. Где? Вот, бревна. Давайте вот здесь выломаем окошечко. Где-то 2-3 блока, чтобы широтой было, шириной. Вот так вот, да? О, боже! Все, не ведем себя неадекватно. Это всего лишь крипер, который меня не видит. Ой, нет! Нет, мой дом! А, даже листву задел, говнюк ты сраный. Как он сюда вообще попал? Так, все, паук, иди сюда. О, неужели ты на пустом пространстве? Все, иди. А, точно, я же хотел тебя ударить. Паучара, вот здесь проходи. Да. В домик забегай. Нет, да. Быстрее, я должен поесть. Ну, забегай. Ну да, давай. Что ты будешь делать? Все. Так, иди сюда. О, он меня перестал бить. Ручной паук! Нет. Что за... О, все. Давай. Молодец. Иди сюда. Нет. Нет. Иди сюда. Ну, черт, нет, только не на крышу. Я не хочу, чтобы ты лез на крышу. Черт, топор в бой. О, у меня же руда есть золотая. Точно, надо ее положить вот сюда. И у меня еще стекла есть. У меня же тут стекол нету, да. Но я сначала хочу приручить себе паука. Паучара! А, нет! О, боже мой, как ты меня напугал! Так, давай. Иди сюда. Давай. Нет! Да! Хорошо. Давайте сделаем так. Паук, спускайся. Ну, иди сюда. Нет. Давай, иди сюда. Да. Молодец, иди сюда. Ко мне. Паучара. Да, есть! Все, стекла. Нет, стекла! Стекла. Да. Все. Давай. Нет. Черт, гребаный паук, я тебя ненавижу. А, хорошо, вот здесь сейчас заделаем. А вот здесь наоборот. Иди сюда. Да. Нет. Да, иди сюда. Боже, паук, ты такой скучный. А, ты скоро умрешь, я знаю это. Нет. О, боже. О, черт тебя подери. Сколько у тебя жизней? Давайте так сделаем, что ли. Может, я не знаю, почему он сбегает. Давай, иди сюда. Да, нет. Ну, да. Ну, хотя бы бей меня. Нет! Паук! Нет. Черт. Он был таким славным. Он умер. Я его так хотел приручить. Ну, наверное, вот так, чтобы еще на чердак хватило. Поэтому мы вот здесь вот это все убираем. Да, убираем. И начинаем ставить. Да, чердак у нас получится вообще просто высоким. Превысоким, я бы даже сказал. Ладно, мне ачивку все равно за это не дадут. Хорошо, вот здесь вот срубим деревья. И стрелы. Да, все, стрелы как раз есть. 10 штук. Отлично. Чаки, пока. Я за обсидианом. Погнали. Нет! Что за на...
Что за... Аки... Нет, Чаки, куда ты падаешь? Несмотря на это, где-то Чаки воет или что он делает. Давайте перезайдем, так и быть. Привет! А я тут у кровати появился. Мы же друзья, да? Да? Ведь мы же друзья, да? Чаки! Да, мы друзья. Я понимаю тебя, как ты хочешь обнять меня и всякая фигня. Так, вот здесь пока И что? А, доски. Доски. Еще береза. А, нет! А, ты предатель, хренов. Ух, какой паук, предатель. Умри. У меня же меч есть, точно. Умри! Так, вот сюда пойдем. По-моему, здесь обсидиан и... Барабанная дробь. Да. Здесь обсидиан. Но самый главный обсидиан... Черт. Самый главный обсидиан где-то здесь. Не так ли? Да, вот он, отлично. Ну что ж, пора включить музыку. Сейчас мы ее включим. Так, где-то вот здесь, по-моему, надо, да? Ну что ж, пора бы музыку включить. А, ты меня все-таки заметил. Умри. О, да. Мои косточки. Здесь вроде ничего. О, паньки. А, это я круг прошел. Ой, да вы только посмотрите, что у нас здесь. Кто у нас здесь? Да это же мистер Гравий. Мистер Гравий. А ты упадешь? Хорошо, падай. Бьем. Отлично. Здесь, блин, я бы мог зарыть сейчас обсидиан. Алмазы. Надо срочно поесть. Ой, нет, давай быстрее лезь. Ой, как я ненавижу, когда он так... Нет, не налезь, давай. Лезь. Давай. Нет, давай. Ура! Все-таки неплохая лесенка. Хотя бы теперь забираться приятней, более-менее приятней. Это самый лучший Майнкрафт в мире. Окей. Так, чё... Нет! Чаки исчез! Чаки... Он обманул меня. Он сказал то, что останется. Но... Он ушел. Я ему отдельную комнату сделал, а он... Ну окей. Чаки. Я буду помнить его вечно. А может быть даже самого Чаки. Так, ну давай закрывайся. Да что ты будешь делать? Да... Хватит меня троллить. И уже делаем наши, так сказать, пшеничные фабрики. Да, бред сказал. Окей, все, собираем пшеницу и уже садим ее обратно. Во! Все, мы сделали, кажись, полноценную. Нет, еще два семена надо. Но все, два семена уже нашел. Вот они. Нет, ни одного семена. Да ты издеваешься. Или это у меня в речку упало, нет? Вообще ничего. Очуметь. Как-то мне не везет. Курицы. Оу. Что? Кто? Окей. Да уж, от Майнкрафта чего только не увидишь. Окей. Ну, ладно. Я так понял, куриц здесь вообще нету, да? То есть поляна овец в основном. Или... Я раскрыл тайну овец! Они едят куриц! Вот это поворот! Все, курицы, я уже иду. Хватит кудахтать. Кстати, а с дверью более-менее... Неплохо выглядит, не правда ли? Такс. Странно. Ой. Страшные звуки там за окном. Но мне не страшно, я в домике. Отлично. Курица. Маленькая курица, где она? А, вы ее придавите сейчас. Пошли вон. Эй. Что за... Ну ладно, давайте мы тогда убьем эту курицу. Прости. Ей, пироу. А потом... Нет. А потом пошел я как-то в лес за... Не. Да, боже мой. За пером. Конец.
Да, все. Я это сохраню. Такс. Что ж, давайте мы сейчас напишем. Поход за курицей. Курятиной. Окей. Та-да! А, нет! Уже дальше не пишется. Курятин. Ну, сокращенно курятин. Ладно. За куря... О! Народ, я знаю, как назвать вот эту вот курицу. Ты у нас будешь курятин, а ты у нас будешь мини-курятин. Все, надеюсь, вы не пропадете. Но только как мне вас различить, когда вы вырастете? Так, я зарекаю тебя не расти. Курятин, мини-курятин прошел, да? Это же мини-курятин. Стоп, ты только что здесь был. Что это за телефон? Это... Нет, 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 не что за что это было? Нет! Яичко! Ну-ка. Нет! Мини-курятин! Как я убил его? Я хотел спасти его! Нет! Только не повторяй его судьбу, пожалуйста, не повторяй! А, нет! Не задыхайся только там. Интересно, они задохнутся, нет? Фух! А, ну ладно, думаю, на этом, народ, мы закончим. Курятин с вами прощается, я с вами прощаюсь. Давайте сначала посмотрим, жив ли он вообще. Да, курятин жив. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лошка. Всем удачи, всем пока. Так, что это такое? Да. Да. Это... Эпик! Это эпик!